Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 13 на странице 9 рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте, составьте из предложений текст рассуждения, укажите цифры в квадратах, последовательность предложений в тексте. Давайте прочитаем эти предложения. Еще за то, что они лазают и крутятся на жердочках, тоже как попугаи. Такое название им дали за их пестрый и яркий, как у попугая, наряд. Крестов иногда зовут попугаями. Бианке, автор этого текста. Итак, расставим предложение по порядку. Первое предложение. Крестов иногда зовут попугаями. Второе предложение. Такое название им дали за их пестрый и яркий, как у попугая, наряд. И третье предложение. А еще за то, что они лазают и крутятся на жердочках, тоже как попугаи. Запишите тип данного текста. Здесь рассказывается, почему крестов иногда зовут попугаями. Текст, который отвечает на вопрос «почему», является текстом рассуждением. Это текст рассуждения. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.